Раз в московском кабаке сидели, вели, и Мишка Лавренев туда попал. И когда немножко окосили, он нас Фергану завербовал. В края далекие, в газлы широкие, на тропы те, где гибнут рысаки, без вина, без курева, жития культурного, за что забрал начальник, отпусти. Наш шикарный поезд посадили, били, пожелав счастливого пути. Документами нас всех снабдили, не сказавши даже нам прости. В края далекие, в газлы широкие, на тропы те, где гибнут рысаки, без вина, без курева, жития культурного, за что забрал начальника пути.